Всем привет, друзья! Как известно, зимой дороги посыпают разными реагентами. Всю зиму я ездил. Весной у меня пару месяцев машина постояла в гараже. Вот сегодня пришел поменять масло. Смотрю, и все в ржавчине. Болты, гайки, трубки покрылись ржавчиной. С этой стороны тоже все покрыто ржавчиной. В общем-то, ничего страшного, но неприятно. Что я решил сделать? Я решил избавиться от этого просто и бесплатно. Берем отработку, тряпку и протираем все это дело. Ну вот так немножко все прошел. Где тормозные трубки, болты, тяги. Вот с этой стороны можно взять смазку погуще. И вот где болты, гайки, рулевые наконечники промазать. Друзья, подпишитесь на канал Яндекс.Дзен. Здесь будет выходить много новых видео. Вот так все это выглядит. Конечно, можно не заморачиваться, ничего этого не делать. Но, как показывает практика, в дальнейшем все это будет гораздо легче открутить. Также желательно смазать гайки амортизаторов стоек. В общем, все гайки, резьбовые части желательно смазать. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!